Суші або борщ? Українська чи екзотична кухня? Хто ж сьогодні буде відповідати на мої та ваші запитання? Скачко Борис Глібович – лікар-терапевт, фітотерапевт у сьомому поколінні, дієтолог. Автор понад 40 наукових статей, 50 опублікованих книг та брошур. Написав більше 1000 статей в газетах, журналах, інтернеті. Провів понад 150 відеолекцій. Я також нагадую, що протягом усього нашого прямого ефіру для вас, звичайно, працює телефонна лінія нашої програми. Будь ласка, не соромтеся, телефонуйте. Номер він простий, він незмінний. 490-11-34. Чекаємо на ваші запитання. Дякую, що ви сьогодні з нами, пане Борисе. Сьогодні така, бачите, у нас цікава тема. Глядачі просять розібратися, в принципі, що ж є корисніше для нашого з вами здоров'я, як для справжніх українців – суші або борщ? Ну, це, звичайно, так примітивно я запитала, але факт у тому, що сьогодні дуже багато українців надають перевагу саме таким, якимось, знаєте, екзотичним стравам, як то, наприклад, суші, а для нас це є екзотика. То давайте розкажемо нашим глядачам, зокрема, от глядачці Вероніка з Вінниці, запитую про свою доньку. Їй 15 років, і вона щодня їсть суші. Це корисно? Чи, в принципі, мамі треба от якось запропонувати якісь інші страви своїй дитині? Ну, в японській кухні є і хороші к усвоєнню продукти, але, к сожалению, упор робиться і на сиру рибу. А от це от не найкращий варіант, особливо в наших екологічних умовах. Тому що все-таки сирая риба – це источник, может быть, паразитов, которые не убраны тепловой обработкой. Мы заложники того повара, который приготовил, какими руками, на какой доске, каким ножом, то есть какую рыбу он готовил. То есть здесь очень много составляющих. Тепловая обработка ставит крест и препятствует попаданию в организм многих патогенов, в тому числі і от таких. А тут ми говоримо, якщо мова йде про суші, про свіжу рибу. Да. Тобто, якщо вона ніяк там термічно не оброблена. Там є, в принципі, у них і хороші продукти, які термічно обрабатываются, але екзотика, таке є і в нашій кухні. А екзотична, от якраз сирое. І от здесь вот возникає ситуація, я как-то видел одну передачу японского одного профессора, ну, человек, мягко выражаясь, продвинутый во многих областях, вот, ну, его спросили, вот как, он сказал, знаю, что глисты есть, ну, вот, национальная традиция, вот, знаете, как заложник, вот он заложник традиции, а нужно традиции все-таки, может быть, адаптировать к тем условиям, которые есть. Вот украинская кухня, борщ, это великолепный, скажем так, продукт, великолепное блюдо, которое и накормит, и согреет. И, в принципе, оно снабжает многими полезными веществами, ведь в тех корнеплодах, которые там есть, очень много витаминов, причем и жира, и водорастворимые. Ну, знаете, какие самые витамины есть в тих овощах и продуктах, які ми, з яких ми готуємо борщ? У нас, до речі, є окремий сюжет про цю тематику, да. Але зараз я хотіла трішки детальніше поговорити ще про суші. Угу. Що ви порекомендуєте нашій глядачці, що сказати доньці? Чому їй не можна їсти суші щодня? Можливо, будуть якісь проблеми із шлунково-кишковим трактом, окрім глистових інвазій? Совершенно правильно. Потому что сырая рыба, она по большому счету еще и плохо переваривается. Ведь первый этап переваривания животного белка и растительного тоже – это тепловая обработка. После тепловой обработки переваривание идет полноценно. Без тепловой обработки белок может не перевариться. И одно дело японцы, которые столетиями, может быть, тысячелетиями адаптировались к таким продуктам питания, потому что рыбы у них вокруг было много. А для того, чтобы рыбу приготовить, нужно иметь костер, дрова. А я так понимаю, что на скалистых берегах японских островов дров было не так много. Поэтому они вынуждены были вот так есть. Але то же самое наши соседи, смотрите, немножко севернее нас, они едят строганину, они едят замороженную рыбу. Это великолепный повод запустить такого паразита, как кошачья двуузка. Это гриз, который живет после этого 20 лет. Але ви знаєте, з іншого боку, якщо подивитися на здоров'я тих самих японців, у них там інфаркти, інсульти, це щось, якийсь нонсенс. Вони там живуть до 90 років. У нас ситуація трішки інша. І тому, можливо, от та сама донька нашої глядачки, Вероніки з Вінниці, начиталася, що у японців така здорова нація. Можливо, вони і харчуються якось. Я хочу так харчуватися і жити до 90 років. Не мати ні інфарктів, ні інсультів у своєму анамнезі. І буде їсти суші. Совершенно верно. Японці їдять скромно. Вони їдять часто і понемногу. Вот это понемногу, то есть небольшие порции еды,
они позволяют как раз не перегружать сердечно-сосудистую систему. Потому что пища, которую мы видим, мы не задумываемся над тем, что когда мы взяли порцию еды, у нас идет слюна, у нас идет желудочный сок, желчь, поджелудочная и тонкий кишечник. И объем пищи увеличивается в 4-5 раз. Стоит съесть стакан еды, в кровь попадает литровая банка. У вас крови, 2,5-3, может быть, чуть больше литра. И представляете, вы съели стакан еды, и объем крови увеличился еще на литр. Понимаете, при жесткой физической нагрузке у вас объем крови увеличится всего на пол-литра. А после стакана еды в 2 рази больше. А як зрозуміти, коли тобі треба зупинитися? Ти їш, коли виникає той момент, коли треба встати тобі зі стола? Во-первых, должна быть порция. Мы привыкли есть. Нас чему учили? Славянские застолья. Вот стол, причем не такой, немножко побольше, он весь должен заставлен быть блюдами. Ну як, має бути перша страва, друга страва, и компот. И компот, и еще салатик, а потом еще десертик. И у нас получается, мягко выражаясь, слишком большой объем. Для пищеварительной системы это тяжело, для организма это абсолютно не нужно. Потому что увеличивая объем и вязкость крови, мы испытываем как раз возможности сердца и сосудов. И вот те 15 диетических столов, которые можно встретиться, попав в больницу, 10-й кардиологический стол, там прописано 7-кратный прием пищи. То есть человек проснулся, перекусил, прошло 2 часа, перекусил, и вот с шагом там... Маленькими порциями, сколько, 5 разів на день треба харчуватися? От 5 до 7 раз в день. Угу. Вот в этом случае кровь, вязкость крови находится в небольшом диапазоне, колеблется, и перегрузки сердца сосудов не будет ни инфарктов, ни инсультов, потому что, инфаркты, повторяю, несколько раз уже говорил в этой студии, инфаркты 100 лет назад называли ресторанной болезнью. По причине объелся, потом еще пошел потанцевал, дал физическую нагрузку, и возникает проблема, сердце с какой-то попытки не выдержало. Якщо ще повернутися до японської кухні, що ми там ще можемо запозичити для себе? Та сама морська капуста, можливо? Да, конечно. Это один из факторов долголетия. Потому что йод, который там есть, он, в принципе, активирует обменные процессы. Те полисахариды, которые есть в морской капусте, они великолепно очищают организм от различных токсинов. И самое важное для долголетия – это от холестерина. То есть они способствуют, как такая система стабилизации для холестерина. Даже если японец в случае переел, холестерин лишний останется в кишечнике, и эта морская капуста поможет вывести. Вот. У японцев очень хорошая культура чаепития. Они тоже чай ввели в культуру, и чай это один из способов и очистить организм, и немножко поднять тонус. Не кофе питье, кофе тяжелее, кофе жестко активирует обмен веществ. У нас кофе питье. А чай тонус дает на протяжении как минимум полдня. И вот здесь вот японец, работая в таких условиях, без состояния стресса, вот, он живет дольше. Який чай треба пити? Зелений, чорний, можливо, з якимись травками? Самый лучший чай, конечно, это зеленый. Зеленый чай, он по содержанию кофеина, вообще все виды чая, начиная от белый, зеленый, желтый, красный, черный, синий, это все одно и то же, один и тот же чайный лист, который обработан просто разными способами. Но самый живой, это белый или зеленый. Вот его заваривать нужно обязательно с сахаром, тогда больше польза от тех биологически активных веществ, которые есть в чае. И обязательно чай использовать с молоком, не со сливками, а с молоком. В этом случае мы блокируем сразу несколько систем. Чай содержит щавелевую кислоту и наигрывает остеопороз, наигрывает кариес. Вот. Молоко содержит кальций, блокирует щавелевую кислоту. В чае содержатся дубильные вещества, их называют, в принципе, пищевыми канцерогенами. И вот белки молока, дубильные вещества образуют тонаты альбуминатов, заблокировали и прошли транзитом по кишечнику, не навредив. А полезные вещества, антиоксиданты, противораковые, противовоспалительные, влияют на сердечно-сосудистую систему, борются с атеросклерозом, они работают. Сколько можно пить чаю за день? 1-2 чашки. Тут зависит от потребностей. И нужно понимать, что чай, в принципе, тонизирует не на 5 минут, не на полчаса, он тонизирует на 4-5 часов. Потому что кофеина там реально больше, чем в кофе, но его действие распределено во времени. И будет продолжаться несколько часов. У человека не будет тремор, если он, конечно, не выпил чефир, если там немного было того чая. 490-11-34, это наша телефонная линия, есть запитання. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый, ваше запитання. Будь ласка, ваше запитання. Алло, будьте добры, у меня 2 вопроса к доктору. Будь ласка. Значит, вопрос первый.
в отношении дробного питания. Вот вроде как оно полезно, да, мы это вроде слышали, знаем. Вот, ну это получается каждые 3 часа, это надо, чтобы пища переварилась, идет нагрузка на поджелудочную. Вот, когда же поджелудочная отдыхать? И другое запитание. И второй вопрос, это относительно чая, вот зеленого. Вот тоже, пожалуйста, разъясните. Вот мы читали в литературе медицинской, что в зеленом чае, вроде как он полезный очень, но там больше пуринов. Вот этих вредных веществ. А ну-ка давайте разбираться. Я вам дякую за ваше запитание, пане Борисе. Там и пурины есть, и алкалоиды чая тоже пуринового ряда. То есть, конечно, если у человека есть подагра, то чай ему запрещен, кофе ему запрещен, и много веществ подобного действия тоже нежелательны, потому что от них избавиться невозможно. Но если у человека нет склонности к подагре, без проблем. Угу. Вот. Что касается дробного питания, да, то здесь возникает очень интересная штука. Когда человек молод, у него пищеварительная система работает легко и просто, в принципе, он может позволить себе и 2-кратный прием пищи. Ферментов хватит, чтобы переварить. А когда у человека 30, 40, 50 и далее лет, у него пищеварительная способность постепенно снижается. И стоит ему продолжать теми же объемами проверять свою пищеварительную систему, что-то переварилось, а вот это все бродит либо гниет, в зависимости от состава пищи. Поэтому по мере возраста развития хорошо бы все-таки объем пищи уменьшать в соответствии с теми возможностями, которые дает пищеварительная система. Иначе появляется необходимость назначать ферментные препараты, это людям тоже мало кому понравится. Ви знаєте, що от сподобається нашим глядачам наш наступний сюжет, я переконана, що сподобається, адже йтиметься про борщ. Давайте дивитися усі разом. Ще раз нагадаю наш номер, він для вас працює, він незмінний, 490-11-34. Чекаємо на ваші запитання. Деякі з них з легкістю прижилися в раціоні українців. Від італійської піци до японських суші наші іноземним не гребують. Та все ж перевагу надають українським харчам. І дешевше, і для шлунка рідніше. Різні овочеві страви можуть бути, і тушені овочі, і свіжі овочі. Риба може бути фарширована, і смажена. Українські, звісно, українські страви. Борщ, вареники, налісники. Кожен день молоко, яйця, творог, вівсяна каша, м'ясо. Борщ в першу чергу, дуже смачний, моя супруга готовить. Супи всякі. Борщі ми любимо варити, ми робимо тефтелі достатньо часто. Овочну рагу робимо, салати. Самі прості. Картопля, морква, уря, капуста. Ну, картопля. Вермишелька, котлетки зроблю, салатики. Український борщ, салати різноманітні, ну і вареника люблю, бо українка. Безперечний лідер – борщ. Перевіряємо страву на користь. Картопля. У 100 її грамах 75 кілокалорій. Вона містить вітаміни групи В, А, Е. А також калій, кальцій, цинк, залізо, фосфор. Картоплю любить шлунок та серце, але якщо в міру. Капуста. Лише 20 кілокалорій у 100 грамах продукту. Вона багата на вітаміни групи А, В, С та К. А ще фосфор, калій, кальцій, пектин, сірку та залізо. Вона корисна для ваших судин та імунітету. Буряк. Його калорійність 45 на 100 грамів. Буряк містить вітаміни групи В, С, Е, а також залізо, калій, кальцій, магній, натрій, цинк та йод. Буряк корисний для травлення та обміну речовин. Овоч працює як очисник вашого організму. Морква у 100 грамах 32 кілокалорії. Вона багата вітамінами А, В, С, Е, К та ПП, а також залізом, міддю, калієм та йодом. Морква корисна для зору, шкіри та крові. Цибуля. Це 43 кілокалорії у 100 грамах продукту. Вона багата вітамінами В та С, а також залізом, кобальтом, натрієм, калієм та кальцієм. Цибуля має антисептичну, бактерицидну та протизапальну дію. Квасоля – це 100 кілокалорій на 100 грамів продукту. Вітамінний склад А, В, Е, К та ПП, а також кальцій, залізо, калій, цинк, сірка та мідь. Квасоля корисна при цукровому діабеті та захворюваннях кісток.
І нарешті м'ясо. Зазвичай це свинина. У вареному вигляді вона містить 350 кілокалорій. Це джерело вітамінів групи В та ПП. Заліза, цинку, магнію, фтору, міді та натрію. Свинину люблять серце, судини, кістки та м'язи. Український борщ – це цілий комплекс продуктів та їх властивостей. Це не лише традиції, а й безумовна користь і унікальний смак. Майя Підгородецька, Олександр Кисельов для вашого медичного ток-шоу «Алло, лікарю». Це програма «Алло, лікарю». Я дякую, що ви з нами. І сьогодні нагадаю, що ми говоримо про іноземну та українську кухню. Що для нас корисніше? Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте 490-11-34. Ми чекаємо. Продовжуємо нашу тему. От поговорили у нашому сюжеті про борщ, що, надзвичайно, він дуже рідний для нас. Але ви знаєте, що у багатьох людей склався такий імідж щодо української кухні, що вона важка, що вона жирна, що вона дуже калорійна. А що ви скажете, якщо от загалом проаналізувати українську кухню, чи така вона корисна? От як ви скажете? Ну, вона дуже полезна в наших условиях, тому що по большому счету, она очень разнообразная. Самое главное для организма, что нужно, разнообразие. Она это поддерживает. Потому что у нас реально растет очень много различных продуктов. И овощи, и фрукты растут, и злаковые. Земля наша богата, да. Мировые черноземы здесь 30%, а это самые полезные вещества, которые может взять из почвы фактически любое растение. И наша кухня, она строилась на этом. Да, конечно, она в своем первоисточнике, она достаточно жирная, достаточно калорийная. Ну, просто когда кухня зарождалась, все-таки труд на этом черноземе, на этой земле был достаточно тяжелый и был мало механизирован. И вот здесь вот калории были нужны. А для того, щоб ці черноземи захищати, потрібно було теж мати достатньо фізичну силу. Але сьогодні можуть ті калорії, ту жирність скоригувати. Совершенно верно. Якщо взяти той же борщ, основна його калорійність, во-первых, є постні борщі. Якщо ми візьмемо ту же фасоль, візьмемо ті овочі, які в борщ входять, то його калорійність буде невисока. Якщо ми по-скромному положимо чайну там, ложку сметани, все буде здорово. Если мы возьмем... А не як годиться від душі. Да. Если мы возьмем предварительно ту же свинину, немножко отварим, жиры выйдут вместе с трупными ядами в первый бульон, мы его сольем, и вот такая вот более постная свинина, но которая содержит много полезных веществ, она не принесет особых калорий, зато польза пойдет. У нас есть запитание от нашего глядача 490-11-34. Будь ласка, алло. Добрый день. Смотрите, добрый. Вот в нашей семье все очень любят борщ. И получается, варить его приходится часто, а последствия у него, получается, у всех тоже очень сильные. Я имею в виду, конечно же, вздутие живота. Как нам быть? Продолжать его есть, не обращая внимания на это? Или все-таки лучше воздержаться? Хотя укроп и петрушку мы используем в борще обязательно. Дякую. Дякую вам за ваше запитание. Ну, борщ сам по себе легко переваривается. Нужно уменьшить количество жиров, переваривание улучшится. Если это не поможет, скорее всего, что в семье, возможно, кто-то принимал антибиотики. Может быть, они лечились антибиотиками по какому-то поводу. Есть здесь бактериоз кишечника. Тут нужно просто провести прицельную диагностику. Конечно, не только на борщ, скорее всего, что будет вздутие, а и на другие овощи, может быть, и на другие продукты. Нужно просто проверить микрофлору кишечника, как она работает, как она переваривает пищу, и в соответствии с этим уже отредактировать. Тут, скорее всего, что нужно лечение, потому что... Ну, это не норма, когда так, да. Я так и взлетела. Борщ усваивается очень хорошо, вареный. То есть, если бы сказал человек, что там накрошил там морковку, свеклу, капусту, заправил маслицем и в сыром виде, да. Действительно, пищеварительная система у человека... Она, ей тяжело переваривать сырую растительную пищу, а потому там что длины не хватает. Да, это диетический продукт питания. 490-11-34, наша телефонная линия, ваше запитание, будь ласка. Добрый день. Добрый. У меня такое питание до гостя. Я пью чайный гриб. Насколько он корисный? И яке остается после него, он там перекисает уксус, или что там получается? Спасибо вам. Вам дякуємо за ваше запитання. Ну, кстати, можна використовувати як аперитив, тому що все-таки ті кислоти, які там є, вони роздражають желудок, підготовлюють його до пищеварення. Взагалі, чайний гриб, як і другий продукт браження, він, в принципі, полезен. Українська кухня має свої аналоги. Ми квасимо капусту, ми квасимо огурчики, помідорчики. У нас, в принципі, кухня багата і цим. Тобто квашення, солення в кухні є,
квашение лучше, чем соленье, потому что одно дело законсервировать солью, и вот тут вот можно попасть на гипертоническую болезнь, можно напрячь сердце, можно вызвать определенные нарушения в здоровье. Вот. А квашение прекрасно, полезные бактерии, усваивая углеводы, которые находятся в этих продуктах, они обогащают его своими выделениями. І фактично, вот эти выделения, они очень хороши для лечения и дисбактериозов кишечника в частности. Якщо продовжувати говорити про якусь екзотичну кухню, екзотичну, можливо, там французька, так, де от ми приїжджаємо і хочемо якось поекспериментувати над своїм раціоном і намагаємося там скуштувати якісь жабічі лапки, ще щось. От такі експерименти взагалі донести треба якось, можливо, готуватися чи мати про запас якісь сорбуючі препарати із собою. Що ви скажете? Українцям взагалі притаманні такі експерименти? Ну, українці, да. Наверно, ми все-таки склонні к тому, щоб попробувати щось новеньке. Да. Но если жабичьи лапки, допустим, они очень похожи по текстуре, по способу переваривания на курицу, и единственный совет – не закусывать, а начинать вначале. То есть, если есть хороший аппетит, на желудке есть активный желудочный сок. Мы можем положить туда какую-то небольшую порцию этих лапок, в свой желудок, конечно, перед этим хорошо прожевать и посмотреть, как это будет перевариваться. Рядышком можно положить какие-то специи, то есть использовать привычные или, может быть, французские специи, то есть для того, чтобы усилить еще в большей степени процесс пищеварения. Если взагалі мы решим спробовать что-то новое, например, с этой экзотичной кухни, мы это делаем на сердце, на порожній шлунок, я маю на увазі, чи все ж таки треба трішки поїсти чогось рідного, а вже потім закусити, так скажімо, якоюсь екзотикою, чи як треба робити? Я би сказав так, якщо це продукт животного происхождения, краще з нього починати. І починати краще в першу половину дня, коли пищеварительна система найбільш сильна. Якщо це рослинний продукт, то скорее його потрібно використовувати в кінці їди, коли вже пищеварительна, коли пищеварительна система мощно працює. Но їди не должно бути багато. Уже когда мы наелись, натолкали и тут сверху положили еще какую-то экзотику, на нее ферментов точно не хватит. И вот тут возможны варианты аллергические реакции. Зрозуміло. 490-11-34. Еще больше запитань от наших глядачей. Будь ласка, алло. Алло. Добрий день. Добрий день. Ваше запитання. У мене два запитання. Перше запитання, що стосується борщу. В вашій передачі було сказано, що туди додають м'ясо. Чи, я знаю, що, допустимо, на наварі м'ясо з косточкою буде борщ вкусніший. Як це насчет корисності? І друге запитання, говорили, що в моркві і в червоному буряку є йод, то при тепловій обробці йод втрачається. Чи не корисніше тоді в такому випадку їсти корейський салатик? Дякуємо вам за ваше запитання, дякуємо. Ну, с одной стороны, на косточке лучше не варить, потому что мы сегодня не знаем, если это домашняя была свинья, допустим, можно. То есть мы понимаем, чем кормили эту свинью. Вот если она выращена непонятно где, непонятно на чем, то здесь система страховки, мы, отваривая продукт, мы убираем и трупные яды этого животного, и заодно те остатки комбикормов, те остатки химии, которые могли попасть иными путями в этот продукт. Поэтому это система безопасности. Что касается йода, йода в продуктах в принципе хватает. Если мы берем равнинные местности Украины, то йода хватает в воде и в дыхаемом воздухе. То есть продукты питания сами по себе, они уже носят такую дополнительную функцию. То есть там, да, есть. Вот. Но в то время, пока хозяйка варит украинский борщ, сидит она на кухне, испарения идут, йод испаряется, да, но он находится в воздухе кухни и через дыхательную систему великолепно попадает. А морковка по-корейски, корейцы даже не знают, что они такую, такая морковка называется корейской, потому что реально, ну, придумали ее мы, но обозвали, потому что там специй много. Поэтому вот как бы она пряная, поэтому там корейская кухня, она достаточно такая термоядерная, ну вот, по-корейски. Дякуємо вам. Усваивается хуже. Ще більше запитань. 490-11-34. Алло. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, я дуже сильно люблю їсти сало. Скільки його можна їсти в день? Дякую. Сало. Я вам дякую за це запитання. От я також хотіла поставити вам це запитання. Сало – дійсно наш український продукт. Як часто його можна їсти? Як краще його, знову ж таки, їсти? З чим його краще їсти? Ну, самый лучший способ применения сала, самое лучшее время – это утром. Натощак маленький кусочек полспичного коробка. Этого достаточно, чтобы сократился желчный пузырь, запустилось и пищеварение,
И для того, чтобы сало не есть просто, говорят, дурное сало без хлеба, вот, все-таки с кусочком хлеба. Вот, могут быть какие-то пряности рядышком, могут быть различные, ну скажем так, и экзотические пряности, может быть наш чеснок, можно сало в принципе перемолоть чесноком, получится такой, такая намазка на хлеб, там можно использовать совершенно спокойно к другим блюдам. Вот, потребность в жирах суточная, примерно грамм на килограмм веса. То есть средний человек может 50-70 грамм сала использовать как источник жиров в несколько приемов пищи, но тогда все животные жиры иные лучше убрать, потому что перегруз животных жиров это все-таки склонность к атеросклерозу сосудов. Но сало само по себе самый лучший противоатеросклеротический продукт из продуктов животного происхождения. Про що я, до речі, ще хотіла запитати, чи правда, що сало воно підтримує наш імунітет? От зараз це дуже актуально. Конечно. Во-первых, сало само по себе, оно дає нам енергію. І це вже хорошо, імунній системі є на чому працювати. Сало – це среда, яка переносить в організм жиророзтворимі вітаміни. Вітамин А, вітамин Е, вітамин Д. Всі три вітаміни так или иначе впливають на імунну систему і способність організму витримувати атаки бактерій, вірусів, боротьбу з онкоклітками. Тобто це все сало допомагає зробити. Больше того, сало по антиоксидантной активности равно оливковому маслу. Оно великолепный антиоксидант, если, конечно, сало сырое. Но сало какое лучше выбирать? То есть мы должны брать, вот шкурка есть, прослойка под шкуркой, дальше перемычечка, и дальше тут пошли, могут быть, мясо. Вот это вот до перемычки от шкурки, вот это самое лучшее сало, оно великолепно помогает. Ну, і всі вищеперечислені функції підтримують, і підтримують активність мозку. Знову ж таки, не забуваємо про міру. Да. А це вот має бути там, де м'ясо, от сирое м'ясо з салом, я небольшой сторонник, тому що, ну, свинья, вона, в принципі, хороший мишелов, ще лучше, ніж кошка. Ну, сире м'ясо, а прошутто, наприклад, чи воно корисне? Вот, лучше все-таки термообработка. Все остальное, сало свежее, хорошее, его можно подсолить. И почему вот есть мнение, что сало должно быть не соленым? Потому что когда у нас там стоит в хлеву свинья, мы ее освежевали, и мы хотим все сало с нее съесть сами. Вот здесь мы начинаем солить, сало храним в погребе, оно начинает желтеть, оно портится. И фактически такое сало становится канцерогеном. То есть такое сало есть нельзя. Так. А если мы его свежее подсолили и храним до 2 недель просто в холодильнике, или можем положить в морозилку, там можно хранить дольше. Дякую. 490-11-34. Какие еще у нас есть запитания? Будь ласка. Здравствуйте. День добрый. Я хочу возвратиться к мясу. Все-таки мы мясоеды и так дальше. В общем, мне по поводу того, как замачивать мясо, я лично замачиваю мясо перед тем, как варить тот же самый борщ или бульон. Вот, и мне подсказали, что нужно замачивать в минеральной воде, в частности, миргородской. Как вы к этому относитесь? Дякую вам за ваше цікаве запитання. Ну, в принципе, миргородская вода, она, это соленая, это вода с большим количеством поваренной соли. По большому счету, для того, чтобы очистить кусок мяса, его, да, можно порезать и засыпать просто солью. Соль за счет осмоса будет тянуть на себя водичку и очистит это мясо от той жидкости, в которой могут находиться и трупные яды, и какие-то химические вещества. То есть мясо таким образом станет более чистым. Для того, чтобы ускорить процесс, хорошо бы под гнет положить. То есть тогда больше идет секреция этого сока. Но мясо такое станет более сухим. И вот здесь мы можем вспомнить или про вино, или какую-то наливочку взять кислую. То есть можем какими-то кислыми ягодами по сезону, там вишня может пойти, клюква может пойти, лимон может пойти. То есть мы можем различные кислые соки обработать, и когда оно впитает, мясо станет нежным. Мясо, кислоты, фактически немножко белки мяса слегка так переварят, они станут более нежными и легкими в усвоении. Так, я вам дякую. Будь ласка, ще запитання. 491-11-34, це наша телефонна лінія. Алло. Не-не-не, пусть. Будь ласка, ваше запитання. Алло, будьте добры, скажите, пожалуйста, польза мяса внутрішнього і жира, і вред. Я трішки не почула. Мясо внутри, да, да. Ага, внутри так, 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 жир неплохой, мясо нежное, оно действительно вот очень похоже по текстуре, как курица, даже может быть и нежнее. И по большому счету, да, это один из продуктов, который можно использовать в питании. Он не совсем традиционный у нас, но он прижился последние несколько десятков лет точно. Я зрозуміла, дякую. Вот вы згадували вже про квашені різні історії, квашена капуста і так далі. Наскільки це корисно і чи є люди, яким протипоказано от вживати саме квашені продукти?
Квашение дает облегчение переваривания. То есть мы можем продукт либо обрабатывать термически, так, либо отдать бактериям, чтобы они выполнили свою функцию так, как это происходит у животных. Просто у животных другая пищеварительная система, она мощнее у травоядных, я имею в виду, или жвачных. И вот эта функция у нас немножко отсутствует. Вот квашение помогает выполнить эту функцию вне нас. И такой продукт становится более полезным в том плане, что его можно термически не обрабатывать и есть практически вот в таком, ну, в квашеном сыром виде. Но один момент, при квашении образуется много кислот. А кислоты, если мы их едим в больших количествах, то здесь возникает проблема перегрузка почек. Так. Кислоты вынуждены выводить избыток кислот через почки, и вот здесь вот возникает проблема, мы можем почки немножко подсадить. Поэтому квашение их, ну, среди других растительных продуктов должно быть процентов 10. Так, я зрозуміла. Давайте ще послухаємо запитання і будемо дивитися наш наступний сюжет. Алло. Здравствуйте. День добрий, ваше запитання. Мой вопрос такой. Я, вы знаете, очень обеспокоена, прошу помощи. Очень обеспокоена здоровьем сына, и ему 28 лет. Он работает в магазине. Значит, утром буквально вот он идет к 8 на работу, он никогда не кушает. Он идет на работу натощак. На протяжении дня он где-то 3-4 чашечки выпивает кофе. Затем приходит с работы где-то уже 9:30 и только в 10 часов вечера он единственный раз кушает. И кушает очень плотно. У него на протяжении 4 лет держится стабильное давление. 140 на 90, 150 на 100, даже бывает и выше. Недавно, я так поняла, был, возможно, даже криз, потому что доктор ему дал на 3 дня больничный. Но он, несмотря ни на что, на второй день вышел на работу. Так, вот, дякую вам, пожалуйста, за ваше запитання. Ми зрозуміли. Пане Борисе, як можна прокоментувати? Ну, к сожалению, такой образ жизни именно к этому и ведет. Почему? Потому что кофе, он повышает давление. Еда, как я уже говорил, объем большой. Он увеличивает объем и вязкость крови. Тоже повышает давление и омолаживаются очень многие болезни. В том числе и гипертония. Не должен в 28 лет молодой мужчина быть гипертоником. Ему нужно просто понять одну простую истину. Наши предки говорят, завтрак ешь сам, обедом с другом, ужин врагам. Я так понимаю, что у него в прошлой жизни или в этой жизни, видимо, было много врагов. Вот, они ему поотдавали все свои ужины, они себе едят нормально, ну а он отъедается за всех. Ему нужно просто, ну, может быть, чисто так, знаете, по-христиански простить их и прийти все-таки к нормальной системе питания, тем более, что он кофе-то использует, кофе великолепный аперитив. Если немножко кофе после этого перекусить, я думаю, что у него уровень здоровья увеличится. Если он хотя бы это начнет делать, у него аппетит вечером будет меньше, уже переедания вечером не будет. А там, глядишь, и завтрак появится. Абсолютно погоджусь, я вам дякую. Давайте подивимося наш наступний сюжет, за ми знову в цій студії будемо продовжувати відповідати на ваші запитання. Ще раз нагадаю, наш номер для вас працює 490-11-34. Зараз сюжет. Добрий день, глядачі програми «Алло, лікарю». Сьогодні я б хотіла розказати про чудові українські страви з квасолі. Я дуже полюбляю ці страви і часто готую. І почала я готувати після того, як я вивчала старовинні рецепти святої Хільдегарди, яким 2000 років, де Хільдегарда пише, що квасоля дуже лікувальна. І не тільки треба варити квасолю і зливати воду, а й от та рідина, в якій варилася квасоля, вона настільки лікувальна для кишковика, що навіть лікує такі діагнози, як спастичні коліти, діабети та інші кишкові розлади. І у мене квасоля дуже часто, майже один раз на тиждень стоїть на плиті. Квасолю треба на маленькому вогні варити, можна доливати воду і навіть нічого туди не додавати. Отакий квасолиний суп український – чудова лікувальна страва. І навіть є дослідження, що квасоля тамує пухлини онкологічні, і кожен день треба хоча б 3 столові ложки квасолі вживати онкохворим. Можна вживати квасолю з
цибулею, можна додати і робити звичайний вінегрет, який ми звикли, можна варити супи, можна робити кваселине українське таке пюре, перемішуючи, проминаючи квасолю. І для людей, і навіть для маленьких діток квасоля лікує підшлункову залозу, знижує для діабетиків рівень цукру і дуже добре впливає на судини літнім людям, у яких є атеросклероз, яким картоплю не бажано вживати. Українські фітотерапевти завжди рекомендували квасолю як потужний антиоксидантний засіб. Їжте квасолю з задоволенням. Це програма «Лікарі». Я дякую, що ви з нами. От ми сьогодні у прямому ефірі говоримо про іноземну українську кухню. 490-11-34 – це наша телефонна лінія. Дуже багато сьогодні запитань. Будь ласка, алло. 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 Ваше запитання. Алло, в мене запитання. Добрий день. Добрий. Алло, добрий день. Ваше запитання, будь ласка. Запитання до лікаря. Будь ласка. Запитання до лікаря. Якими продуктами можна підняти гемоглобін крові? Гемоглобін. Дякуємо вам за ваше запитання. Будьте здорові. Продуктами, які содержать железо. То есть, это красное мясо, так. Это печень, это семена. Из семян самые, наверное, надежные – это черные семечки. Хотя могут быть и тыквенные семечки, могут быть и грецкие орехи. Потому что там содержится железо, которое нужно для того, чтобы фактически эритроцит построить. Вот. Но витамин Е, который есть в семенах, он продлевает жизнь эритроциту. Тут тоже об этом не нужно забывать, потому что все-таки эритроцит живет почти 4 месяца в кровеносном русле. И вопрос, он 4 месяца живет, 3, 2, 1, или он только вышел из костного мозга и тут разрушился по какой-то причине. То есть стимулировать кроветворение – это здорово, нужно сохранять им жизнь. И тут еще имеет значение очищение крови, потому что эритроцит – это система, белковая система, которая очищает кровь от различных веществ, особенно гемолизирующей активностью. И вот здесь вот нужно просто просматривать в образе жизни, что ж попадает в организм, почему он сам не очищается или почему он загрязняется. Я вам дякую, будь ласка, ще запитання 490-11-34. Алло. Добрый день. Добрый. Меня интересует, как накапливается антибиотик в печеночке куриной и индюшиной. Дякую вам за ваше запитання. Великолепно накапливается, если он есть в продуктах питания, потому что это фильтр. Печень любого животного – это фильтр. И больше того, это не только фильтр, но это еще и склад. Вот. Поэтому если курочка бегала сама, кушала там растительную пищу, то, что находила, и ей подкидывали там какие-то обычные корма, там какое-то проросшее зерно, то прекрасно. Вот. Если, конечно, ее кормили более экстремально, то ее печень будет накапливать, но при этом мясо становится более чистым. Печень таких животных лучше не использовать в пищу. Яка ваша улюблена страва з української кухні? І яка ви вважаєте от надкорисна? Ви знаєте, наверное, все-таки український борщ, которого ми там... Ну, є ще варіант. Ладно, як перемена – вінегрет. В принципі, то же самое, только без води. Вот. По большому счету, что важно? То есть там это кладезь витаминов, микроэлементов, причем суточная доза, это, ну, если взять по объему, примерно пол-литровая банка, если взять без юшки, то это фактически суточная доза витаминов, микроэлементов. А отсюда здоровье человека. Ведь человек начинает болеть, когда ему чего-то не хватает. Когда он что-то не вложил в свой организм или решил там какую-то систему питания применить экзотическую, там голодовки какие-то. То есть этого делать не стоит. Одно из удовольствий, которое мы получаем через язык, то есть мы получаем, фактически анализируем пищу, она должна быть вкусной. Я еще никому не сказал, ну правда, да, с панкреатитом, с острым, ребята, холод и голод. Всем остальным постепенно увеличивать вкус пищи, увеличивать ее аромат, увеличивать, скажем так, ее внешний вид улучшать. Это все три фактора, которые повышают, ну, способность пищеварительных желез переварить эту еду. И слюнки люди глотают, как мы сейчас проводили. Вот я зараз. Да, и все нормально. И пищеварение идет хорошо, отсюда и здоровье. Вот еще, если можно, дуже швидко, бо у нас обмаль часу. Глядачі запитують, у доброй господині, які спеції мають бути завжди під рукою? Вы знаете, я бы ответил, как один генеральный секретарь Советского Союза, на букву «Ф» – «все». Чем больше специй хозяйка владеет, потому что у нас были специи какие? Черный перец и лавровый лист. Все. Вернее, это пряности. Специи – это соль. Вот. А пряностей должно быть чем больше, тем лучше. И чем разнообразней вкус, комбинировать нужно по своему вкусу. Не по вашему, не по моему.
У каждого человека свой вкус. Один любит чеснок, другой не любит. Один любит лук, другой не любит. Одним словом, їжа має бути абсолютно різноманітною, але не забуваємо про дозу, не забуваємо про міру. Порції повинні бути небольші, але часто попадати. Я вам дякую, що ви сьогодні були разом з нами. Ще з вами побачимося, як і домовлялися. Вам міцного здоров'я. Дуже дякую. Нагадую, що гостем нашої програми був Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, фітотерапевт, дієтолог. Як завжди, неймовірна кількість корисної і важливої інформації для вашого здоров'я на вас чекає у соцмережі Facebook, на сторінці програми «Алло, лікарю», будь ласка, шукайте нас там. Будьте щасливі, будьте здорові, на все добре.